Привет, друзья! В данной подборке я собрал только те инструменты, которые реально могли бы пригодиться в хозяйстве, и надеюсь, вы тоже найдете для себя что-то полезное. Поехали! Гибкий ёршик для прочистки канализационных труб. Замена чугунных канализационных труб на пластиковые решила проблему частых засоров канализации, но время от времени неприятности все же происходят. Пробка для шпигата. Пробка предназначена для предотвращения слива воды, топлива и масла через сливной шпигат или других отверстий. Изделие вставляется в трубу и герметизируется путем вращения рукоятки. Прутки для пайки. При помощи пайки есть возможность получать качественные соединения разнородных материалов. Если возникает необходимость, паяльное соединение всегда можно разъединить и снова соединить, чего нельзя сказать непосредственно о сварке. Профессиональная кассета с набором бит и универсальным магнитным держателем включает в себя самые необходимые биты при ремонтных и монтажных работах профилей SL, HEX, Philips, PosiDrive и Torx. Дизайнерские светильники в стиле лофт. Лофт – это стиль, который не спутаешь ни с чем. Зародившись в середине прошлого века, он стильной и уверенной походкой шагает по неформальным интерьерам. Подставки для подогрева кружек. Это устройство, которое поддерживает температуру напитка в течение длительного времени. Такое приспособление необходимо в том случае, если человек любит наслаждаться с горячим чаем, кофе, но вынужден постоянно отвлекаться на текущие дела. Паяльная паста представляет собой смесь из припоя, флюса и других связывающих компонентов. Необходима для спаивания между собой различных деталей. Паста приходит вместе со шприцом и специальным пистолетом. Объем 10 кубиков. Приспособление для очистки мотоциклетных цепей. Подсоединяется к тройнику два коротких и один длинный шланг. Короткие шланги подсоединяете к верхнему, левому и нижнему штуцерам. Нажимая на пластиковую бутылку одной рукой, осуществляете подачу жидкости приспособления для мойки и плавно вращая колесо другой рукой, осуществляете чистку. Насадка на дрель для резки металла. Производитель указал следующие характеристики инструмента. Максимальная толщина резки стали обычного качества 1,8 мм, нержавеющая сталь 1,2 мм, медь, алюминий 2 мм. Прочная защитная лента для защиты различных поверхностей. Автомобилисты любят применять такую для защиты наиболее уязвимых мест кузова, таких как пороги, края дверей. Лента прозрачная и абсолютно не портит внешний вид автомобиля. Карбоновые пленки для авто могут выступать в качестве декоративных или в качестве защитных элементов. Можно заклеить проблемные места, например, где образовался скол лакокрасочного покрытия или появилась ржавчина. Набор отверток 25 в 1. В комплекте вы получаете насадки под крепежи различных форм и размеров. Пригодится при разборке смартфона или ноутбука. В любом случае в хозяйстве всегда найдет применение. Съемник масляного фильтра.
регулируемым диаметром захвата в диапазоне от 10 до 17 см. Установка инструмента осуществляется при помощи трех зацепов. Для откручивания присутствует головка под гаечный ключ размером 19 мм. Ключи для электрошкафов. Ключи отличаются по форме и типам. Выбирайте те, которые используются у вас на предприятии или на участке. Обычно это с двумя ушками или с треугольником. Могут быть и другие типы, особенно у импортного электрооборудования. Гибкий вал. С комплектом насадок для точечной шлифовки и полировки различного рода элементов. На выбор есть огромное количество насадок для полировки. Вал можно подсоединить к дрели или шуруповерту. А это видео подошло к концу. Спасибо за просмотр. Все ссылки будут в описании и в первом закрепленном комментарии. Также смотрите следующий ролик с этой заставки с не менее интересными вещами для дома с сайта AliExpress. Всем добра!